Пешеходный тротуар появился в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе областного центра после многочисленных жалоб жителей к Владимиру Панову. Дорога, которая соединяет две улицы, была в буквальном смысле разбита, а после дождя превращалась в настоящее болото. Больше всего новому тротуару, конечно, радуется почтальон Нина Семикова. Ведь по этой дороге за день она проезжает до 20 километров на велосипеде. Ну куда? Я вот чуть-чуть дождь, я вот в сапожищах. Прям вот по тротуарчику проеду. Слов нет, прям вот не нарадуюсь. Очень даже удобно, машины не тревожит, идешь ровненько, хорошо, и как бы никуда не в сторону, и ребенок спокойно катается на самокате, очень нравится нам. Решение об обновлении покрытия было принято незамедлительно. На ремонт дороги более чем 700 метров выделили почти 2 миллиона рублей. Это по многократным просьбам жителей поселка Новое Доскино, именно тротуар вдоль центральной дороги, тротуар к школе, там, где дети ходят в школу. Владимиру Александровичу было принято решение, он настаивал, как и обещал жителям, чтобы его выполнили в этом году. И в этом году тротуар сделали. Также после встречи с мэром города в поселке построили раздевалки для спортсменов и ликвидировали торговую точку, в которой частенько собирались местные любители выпить.